действия на нашей планете. Но, опять же, это наша планета или нет? Есть множество технологий, которые тяжело определить. Множество наших подписчиков, которые смотрят наш канал, часто замечают нечто интересное. И это интересное проявление каких-то там событий, необычные объекты или там летающие объекты, которые нападают на людей. Да, это все есть. Но кто за этим, друзья, стоит? И играла очень интересная тема о том, что множество объектов НЛО часто маскируются под людей. Вы все это слышали. Они могут разговаривать, но у них есть необычное явление. Они выдают себя. Я реально это смотрел, особенно в социальных сетях, и там были очень интересные моменты. Как один натягивает кожу, а другой пьет воду, и оттуда что-то вываливается, а в третий там из руки что-то вылазит. Есть множество событий, что это может и видеомонтаж. Но оправдывать те ситуации, которые реально странно, я даже, друзья, не могу представить. А может, это реально вокруг нас происходят какие-то необычные объекты, особенно не люди. И вот очень интересный момент произошел в 2003 году. Городок, я не буду говорить про этот городок. И там, как утверждают, упал метеорит или что-то наподобие астероид. Ну, в общем, там этот городок составлял почти 800-900 жителей. Ну, маленький такой городок. И, как утверждают, жена фермера пошла, то есть муж пошел искать, что за объект, а жена потом рассказала в полицию, что муж не вернулся. И, в общем, фермер ушел и не возвращается. Жена начала переживать, позвонила в полицию. И где-то через несколько часов муж возвращается. Одежда вся грязная была, как будто он там бился, дрался с кем-то. Полицейские начали допрашивать, все нормально. Он сказал, что он подскользнулся и упал в этот грязь. Там про метеорит спросили. Он сказал, да, мы видели вспышку, но это не был метеорит. Не знаю, он даже здесь не упал. А жена заметила, что это муж как-то себя неправильно ведет. Переодеваться он что-то не хотел. Часто воду пил. И даже иногда с крана пил. Жена заметила, что-то у него с кожей началось происходить. Начинается желтеть, и он чешется вечно. Жена заметила, что он в ванне проводил в душе где-то по 3 часа, по 4 часа. Он никогда в жизни так не проводил. И, в общем, жена решила позвонить своей сестре и оставила голосовое сообщение. Но она трубку-то не взяла. И оказывается, что через некоторое время сестра приезжает, тоже звонила, она трубку не взяла, и сестра приезжает и видит, что два разных человека вообще, что муж, что сестра, даже она забыла про сестру. И вот такими моментами в этом городке начали происходить странные события. Люди стали меняться, то есть все они начали себя плохо вести, неправильно, они очень, ну, плохо в плане того, что у них были манеры, там, у кого-то там высказывания, а они стали вести себя очень так-то, видно, что подмена была. И постоянно писали в этот, писали то, вызывали губернатор, и даже губернатор стал по-другому разговаривать. И, в общем, случилось так, что туда была отправлена какая-то научная группа, и она заметила, что за несколько там месяцев, за это месяцев, этот городок стал употреблять воды прям в 3 раза. В 3 раза. Там не, она не на таком месте, где засуха именно располагалась, а именно в том месте, где рек много и воды много. И случилось так, что этот городок вообще стал по-другому вести себя, изменился, просто изменился. Люди стали другие, друзья, и они просто менялись. Одним днем случилось так, что туда заехали люди по пути просто остановиться, перекусить и попить.
И также пропали. Ситуация в том, что городок этот менялся постоянно. Да, это, друзья, неподтвержденная информация, но ситуация в том, что людей подменивали. Ну, правда это или нет, я не знаю. Просто то, что я знаю, мне рассказывали и зрители из других стран. И они рассказывали много чего интересного. Ну а вы как думаете, происходило это так, подмена, или нас просто так подготавливают к каким-то там, можно сказать, вторжение или уже вторжение начинается, я не знаю. Просто если вам, конечно, интересно знать, то следите за моим каналом, все интересное будет впереди, а много чего странного будет позади. Так что, друзья, я с вами сегодня, конечно, прощаюсь. Надеюсь, вам было очень интересно знать про эти удивительные моменты. Я надеюсь, что вы подпишетесь на мой канал. Обязательно подписывайтесь, нас уже много, почти 1 000 000 зрителей.